Эмигрировала 6 лет назад уже в Польшу. Это был, конечно, страх перед тем, чтобы выбрать удачное место. И мне пришлось заново, грубо говоря, с нуля набивать, нарабатывать базу. Ближе к лету я поняла, что я сама не справляюсь. Закрыла, распродала и выдохнула. 4 человека у меня уже есть мастеров маникюра, педикюра. В принципе, уже, можно сказать, понемногу выдыхаю, делегирую и становится легче. Ну, хотя бы 1030 Злотых, да. Эмоции, энтузиазм и теория – это одно, это все прекрасно, это все красиво, это все легко. Но когда вы столкнетесь с реальностью, все окажется гораздо сложнее. Добрый день, Юль. Привет. Большое спасибо, что согласилась дать интервью. Тема действительно очень актуальна. Женщины в бизнесе, да, на все времена. Все хотят свои салоны, все идут в бьюти. Особенно в бьюти-сфере. Скажу по секрету, я сама даже когда-то этим баловалась немножко. Хотела задать тебе несколько вопросов. Вообще, как все начиналось? Да? Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Я думаю, что также нашим подписчикам будет интересно, что ты приехала, эмигрировала сюда, да, и потом уже начала свой бизнес. Вот расскажи первые шаги, с чего все начиналось. Да, я эмигрировала 6 лет назад уже в Польшу, и, конечно, свой бизнес я открыла не сразу, и даже не мечтала, когда приехала в Польшу, о бизнесе. Но я очень творческий человек, я любила делать маникюр. И, к сожалению, когда я приехала со старта, я не смогла работать мастером маникюра, так как был языковой барьер. И не было настолько, сейчас, как сейчас, много украинцев, да, которые открывают свои салоны и с радостью принимают нас как работников, да, своих земляков. И в этом была сложность. И я работала на разных работах, чтобы была возможность легализоваться для начала в Польше. Вот. И когда я уже немножечко поработав, освоилась, немного подтянула язык, я устроилась в салон красоты, где, собственно, были руководители украинские, да, ребята с Украины. И вот с этого все у меня как бы началось. Мой первый опыт. Первые шаги, да, вот появилась идея открыть салон. Вообще, что ты стала делать первым делом? Да, самое главное, это был, конечно, страх перед тем, чтобы выбрать удачное место, локация. Это очень важно, потому что Варшава очень большая, да, и если ты можешь прогадать с локацией, то можешь прогадать и с бизнесом. Вот, но в этом всем тоже потом приходит на помощь таргет. Серьезно, таргет? А что именно? То есть ты таргетировала свой запрос, чтобы подобрать помещение? Нет, я как бы по таргету понимала, что будет проще найти клиентов на самом деле потом. Не важно, какая у тебя локация, если ты классно делаешь услугу. Все, я поняла, это немножко. Да, если ты классно делаешь свою услугу, то в принципе район не имеет значения. Если ты классно его делаешь, продвигаешь рекламу в таргет, то все получится. Скажи, пожалуйста, вот поиск помещения ты как бы, ну, занималась самостоятельно, да, как, то есть полностью сама или все-таки у тебя полностью были сама какие-то помощники или прибегала ли ты к услугам риэлторов? Я об этом задумывалась, да, но я не прибегала к услугам риэлтора, вот, и я в течение полугода, даже больше, были у меня попытки находить, но у меня не устраивало то локация, то цена, вот, и я подпустила ситуацию, и буквально через полгода, приметив себе уже район, я пошла просто еще раз так осмотреть, вот, но в OLX у меня прям попало сразу объявление, и в том районе, где... Слушай, классно, скажи, а ты смотрела помещение, которое уже будет потенциально, ну, подходить для салона красоты, или все-таки рассчитывала на то, что придется делать ремонт? Ошибка была, наверное, такая, что, не имев большой суммы денег, да, на открытие салона, я взяла помещение все-таки без такого, как бы, он был косметический ремонт, но абсолютно мне не подходящий, со освещением. Там ранее был салон? Там был кабинет реабилитации, то есть там был полумрак, там делались массажи, там не нужно было освещение, люди не заморачивались, да, и поэтому мне пришлось, в принципе, все с нуля делать так, как, чтобы это подходило именно к сфере nail-индустрии.
Хорошо, скажи, пожалуйста, а ремонт, ну, каким образом, да, вот ты организовывала? Я знаю, что здесь вообще, в принципе, вся эта индустрия работает не так, как в странах СНГ. Здесь намного вообще сложнее прибегнуть вот именно к услугам мастеров. Как ты с этим справлялась? Ну, мне повезло, у меня муж с золотыми руками. Он мне очень много помог, но он тоже не мог совмещать и свою работу, и мои ремонты. Но мне нужно было очень быстро съехать, так как я платила за кабинет аренду, которым я ранее, да, начинала свою деятельность, вот, и мне пришлось еще заплатить сразу здесь аренду, то есть я платила две аренды, и это очень сильно било по карману, и я быстренько нашла просто ребят с Украины, которые мне сделали, в принципе, ремонт, это были тоже так же мои клиенты, их мужья, и вот так вот я быстренько все это организовала, и мне за пару дней покрасили там стены, и я еще переехала в салон побыстречку, еще там пахла краска, но я уже там начала работать. Да. Если что, это лаком, да, пахнет. Да, если что, это... Неважно, лакомка так и для стенам или для ногтей. Ну скажи, вот на моменте подготовки самого помещения у тебя уже была команда? Нет, я открылась сама, и у меня только был стол, педикюрное кресло, стул, и я сижу, стул, работаю, да, и вентилятор, который немножко гонял и краску нам раздувал, потому что у меня были некоторые клиенты, которые я наработала, потому что тот кабинет, который был в аренде, он был недалеко от салона, и я таким образом некоторых клиентов удержала, но в связи с тем, что мне пришлось поднять цены, потому что аренда-то стоила уже самого салона больше гораздо, чем место, то некоторые клиенты, конечно, отпали. И мне пришлось заново, грубо говоря, с нуля набивать, нарабатывать базу. На самом деле это вообще такая удивительная история, потому что я пока вижу, что ты во всем фигурируешь одна, то есть ты делала, собственно говоря, все сама своими руками. Хорошо, как получилось, как ты дальше начала собирать команду? Вот ты одна в салоне сделала ремонт. Да, и через 2 месяца я поняла, что мне надо как-то расширять коллектив, да, потому что один в поле не воин. Но слава богу, что хотя бы бухгалтерские какие-то моменты я сразу же делегировала, да, профессионалу. Я думала, что бухгалтерия вела сама. Математик и я, это разные вообще, ну, блондинка, я творческий человек, я не математик, цифры для меня это что-то вообще далекое. Ну, то есть бухгалтер все-таки был, наверное, какой-то на удаленке. Да, у меня очень хорошо помогала на стартапе также моя клиентка, которая оказалась сильна в экономических вот этих вот моментах, да, бухгалтерских учетах, у нее был ранее свой бизнес, и она с удовольствием взяла мою фирму, да, и вела ее на протяжении, наверное, полугода, полностью всю бухгалтерию, потому что я вообще не могла понять, что, как, было очень страшно по налогам, по кассовым аппаратам, как бы там, чтобы не, ну, чтобы не получить штраф на самом... таком этапе. Скажи, пожалуйста, а вот требования к помещению относительно санпин? Вот вообще какие-то выдвигаются, какая-то проверка приходит? На самом деле я думала, что будет все гораздо сложно и страшно, но мне сказали, что просто я должна позвонить в санэпид и узнать, какие у них вообще требования. И еще такой был момент, что я должна была относительно района позвонить в санэпид, к которому он относится. И они мне сказали, какие требования, они еще спрашивают, какую деятельность там буду вести. Например, если косметология, то там, конечно, они уже проверяют более строго. И они приходят уже лично и дают разрешение тебе на открытие. Например, если касается косметологических услуг, таких как еще и инъекции, да, как медицина уже более такое, как врачебная, то там уже очень строго. А мне сказали, что мне нужен, какой должен быть стерилизатор. В принципе, требований было немного. Ну, то есть это сам государственный орган, то есть ты туда звонишь, да, и да. Тебе, они принципе, тебе дают просто инструктаж. И еще они сказали, что если я хочу, если пани желает, то мы можем прийти к вам посмотреть. Если пани не желает, то мы к вам можем и не прийти. Классно, ну, то да? есть вот это, в этом плане мне как бы типа я выдохнула. Ну, то есть не нужно бояться, тоже наоборот нужно звонить, спрашивать. Да. Окей, хорошо, дальше. Как разрастался твой коллектив? Да, через 2 месяца я уже взяла девочку-бровиста, потому что на тот момент мне казалось, что клиентов на маникюр мне еще как бы самой достаточно, я еще справлялась. Вот, и мы уже работали вдвоем, но уже ближе к лету я поняла, что я сама не справляюсь.
Даже не так. Я уже перед Новым годом даже нашла девушку, которая приходила чисто под записи, но я понимала, что человек под запись — это не то пальто. Нужно именно человек, который будет стабильно в твоей команде, чтобы вы вместе росли, развивались и чтобы вы были на одной волне. Когда посторонний человек приходит, он не в теме, как грубо говоря, он просто не заинтересован. Он отработал, заработал какие-то себе деньги, до свидания, пошел. Ни ответственности особо, ни какой-то заинтересованности у него не было. Поэтому я нашла себе также по объявлениям, начала проводить собеседование и нашла себе уже компаньона, мастера маникюра, которая была со мной рядом, пилили мы с ней ногти, вот, и вот так у нас уже стало 3 человека. Хорошо, а сколько у тебя сейчас человек в коллективе? Я так понимаю, вот так вот потихонечку так оно все и пошло, да? Да, сейчас у меня, я приняла такое важное решение, у меня еще был год, почти 1,5 года мастер-парикмахер, у меня было парикмахерское место. Вот, я решила расширить ногтевую свою студию и сделать ее красоты, но у меня как-то не задалось. Я пару раз пыталась вернуться и находить мастеров-парикмахеров, но поняла, что это какая-то утопия. И я решила просто избавиться, закрыла, распродала и выдохнула. Вот, и сейчас у меня мастер-бровист, который ко мне пришла, изначально она уже давно ушла, она уже тоже там, по-моему, открыла свою студию по бровям, по ресницам, не знаю точно. У меня сейчас другой мастер-бровист, она делает визажи, ну, визаж очень классно. Я вижу, так, очень да, она мне всегда делает на всякие видеосъемки, какие-то выходы, да, макияжи. В общем, очень дорожу этим сотрудникам. И она у меня очень часто дает какие-то советы полезные, даже по поводу коллектива и так далее. Ну и маникюр у меня уже делает сейчас 4 человека, у меня уже есть мастеров маникюра, педикюра. И, наконец-то, я взяла еще администратора, который должен быть уже, наверное, на самом первом этапе открытия салона, потому что без администратора все так же выполняла я, и это, к сожалению, бывало, приводило к каким-то таким путаницам, и администратор должен быть, наверное, в первую очередь. А потом уже набор команды. То есть у тебя получилось так, что ты немножечко с другой стороны, да, зашла? Потому что это все было связано с тем, что финансовые вопросы меня немножко, да, тормозили в каких-то моментах, и я очень тяжело делегировала все обязанности. Вот, но сейчас я, в принципе, уже, можно сказать, понемногу выдыхаю, делегирую, и становится легче. Классно. Скажи, если не секрет, вообще по финансовым вложениям на начальном этапе, то есть, ну, вообще, на что, ну, какие должны быть, скажем, накопления, хотя бы по минимуму, да, чтобы человек, например, вот пошел по твоему пути, да, и все-таки рискнул, потому что, ну, это же мечта всех мастеров, по сути, да? Ну, хотя бы 1030 злотых. Ну, потому что если повезет, и вы возьмете студию, кабинет, да, уже с ремонтом каким-никаким, и вам будет плюс-минус там все устраивать, то это будет, конечно, меньше затрат. Но если там вы будете уже глобально немножко, вот недавно моя знакомая, кстати, открыла салон с нуля тоже, она взяла вообще для такое помещение, там не было даже туалета, ей пришлось проводить воду, туалет, и она ждала разрешения, вот мы вчера с ней переписывались, с января месяца, и вот уже август скоро не за горами, она только вот сейчас в августе будет открываться, то есть она полгода ждала разрешения, чтобы ей открыли, но это тоже еще затраты, плюс. Да, действительно, на самом деле очень важно учитывать, а также, наверное, вот вообще, в принципе, и метраж, и расположение, куда поставить стулья и так далее, чтобы место использовать продуктивно, если салон маленький, да, это все, конечно, приходит с опытом. Я тоже слышала такую информацию, что владелица, открывая салон, заказала там двери, которые должны были приехать там определенного числа, их должны были установить, но потом они сказали, что, извините, мы переносим там чуть ли не на 3 недели, да, у нее уже там дата открытия, все сформировано, и, конечно, это, ну что, это накладки, это проплата аренды, и, конечно, это такие потери. Нюансы, да. Хорошо, Юль, скажи, пожалуйста, какие советы ты бы дала начинающим предпринимателям в сфере индустрии бьюти? Мой такой совет: не открывайте на энтузиазме и на эмоциях, потому что эмоции, энтузиазм и теория — это одно, это все прекрасно, это все красиво, это все легко, но когда вы столкнетесь с реальностью, все окажется гораздо сложнее, поэтому нужно, прежде чем открыться, подготовить бизнес-план. Взять какие-то консультации у людей, которые имеют какой-то опыт, либо взять себе какого-то наставника, например, либо пройти какие-то бизнес-курсы, потому что я это все, как говорят, начала всю книгу читать с конца в начало.
Все, что я должна была сделать вначале, я делаю сейчас. И получается, в общем, как бы чуть не утонула. Не утонула. Да, но я чуть не утонула на начальном этапе, потому что я пережила уже 2 локдауна. И я вообще удивляюсь, честно говоря, как я не закрылась. Потому что многие салоны в этот момент как раз и в Варшаве закрылись. Потому что те, кто арендует, да, они сильно прям на уступки не бежали и не шли. Вот как-то так. И было на самом деле в этом плане тоже сложновато. Поэтому сначала бизнес-план, какие-то консультации, взять какой-то опыт и не торопиться просто наработать какие-то финансы, чтобы у вас была какая-то финансовая подушка, чтобы вы потом не разводили руками и не собирали с миру по нитке. Знаешь, я хочу также сказать, что на самом деле очень много предпринимателей проходят весь этот опыт на себе, не делая, скажем, там, как правильно, как учат большинство коучей. Ну и самое главное, уметь в последующем, да, как сказать, трансформироваться. Предприниматель, он вообще должен быть гибким. Нужно во всем видеть свои плюсы, преимущества, уметь трансформироваться, то, что предприниматель там открыл какой-то бизнес на энтузиазме, а в последующем он понял, что он что-то забыл, и он начал это делать, это абсолютно нормально. Это хорошо. Потому что даже если предприниматель, предположим, там, не знаю, несколько лет назад открывал там свой бизнес по бизнес-плану, и на тот период были какие-то вещи в тренде актуальные, сейчас это может быть вообще все по-другому. Согласна. И поэтому его бизнес-план, который, например, был рассчитан на несколько лет вперед, он может также пойти в мусорку, ровно так, как и у того предпринимателя, у которого вообще не было, и они будут стоять, в принципе, ну, как бы, да, на одной ступени. Поэтому предприниматель, он просто должен вот все, как бы, ну, держать, фокусировать на контроле, как бы, какая вообще ситуация в мире. Конечно же, анализ конкурентов. Да, тоже. Рисковать нужно, если, например, не идет что-то, как вот у меня не пошло, например, парикмахерство. Я думала, вообще, в принципе, нужно было это сделать еще ранее, потому что все, что нам не дает идти вперед, оно стянет назад, и мы в этом плане теряем, тормозим процесс. Поэтому вот предприниматель должен предпринимать и уже видеть наперед, что он может сделать так, чтобы... А пока не попробуешь, не узнаешь. Ну да, но я, в принципе, за то, что нужно пробовать, ну, как бы рисковать. Чем раньше, тем лучше, потому что потом уже это просто затягивается. Ну, то есть жизнь не резиновая все-таки, да. Годы идут. Годы идут, и надо как бы типа решительнее менять, чтобы быстрее прогресс шел вперед. Вот так. На самом деле, вообще, самое любое действие – это развитие. Да, поэтому... да. Я вообще не жалею о том, что со мной произошло. Благодарна за все, что у меня есть, и за то, что я получила и такой опыт, да, и сейчас у меня вообще поменялось мышление. Я никогда не была таким человеком, и благодарна, вот, что именно произошло вот так, как они по-другому, что у меня не свалилось все на голову, а я прошла этот путь. Давай в завершение скажи, пожалуйста, какие перспективы на будущее? Ой, я как всегда, у меня все клиенты, когда приходят в салон уже постоянно, говорят, о, у пани Юли опять что-то тут поменяется. Уже что-то поменялось или еще что-то поменяется, у меня опять сейчас будет перестановка, то я стены перекрасила, то еще что-нибудь. Теперь у меня опять новое озарение, не озарение, мне хочется теперь поменять еще раз концепцию, обдумать, правильно ли я уже сейчас иду, в каком направлении, да, хочу ли я масштабировать это до таких масштабов, как сделать какую-то академию обучающую, потому что я не только сейчас развиваю, руковожу салоном, но я еще и преподаю курсы маникюра, да, это совсем другая уже сфера, но это очень все взаимосвязано, поэтому сейчас у меня концепция меняется, вот, либо это будет академия, в которой будет обучающий такой центр, можно даже совместить с салоном, либо еще мы, как говорили, сделать там коуворкинг, да, вот, это такое 3 в 1. В общем, что-то такое очень интересное. Да, 3 в 1. Либо это просто сделать до ума, довести все-таки эту студию красоты, поменять, наверное, название и логотип, потому что хочется, чтобы оно более выражало меня и более выражало то, чем я горю, чем я живу. И просто масштабировать это как отдельные такие вот салоны, как по франшизе, уже потом продавать свой бизнес. Я думаю, что у тебя действительно все получится. Будем наблюдать вообще за всеми изменениями, которые у тебя происходят. Обязательно оставим все ссылочки под этим видео. Ну что, друзья, вы подписывайтесь на наш канал и увидимся в следующих видео. Пока-пока. Спасибо, пока.